Приветствую, друзья, всех на канале Бульдозер 221. Меня зовут Михаил, всем здравствуйте. На обзоре у нас сегодня карта просторы России, друзья. И чтобы у вас полностью сложилось впечатление об этой карте, просьба досмотреть весь видеоролик до конца. Мы покажем все интересные места. Обзор будет производиться с автором карты, а также, чтобы понять, где достать эту карту, также смотрите обзор до конца. Представляю вам автора карты, Никита. Никита, привет. Привет, привет всем. Где мы появляемся? Собственно говоря, это точка появления, когда мы заходим на карту, мы появляемся вот именно на вокзале, да, я так понимаю? Да. Мы появляемся на ЖД вокзале. Здесь есть приветствие, друзья, когда заходите на карту, можете почитать, и, в принципе, вот такая вот нас встречает приветственная вот надпись. Никит, куда мы дальше можем переместиться, чтобы это все дело показать? И да, друзья, по вашей просьбе я покажу пак, который идет с данной карты. Давай, наверное, Никит, немножечко с вокзала отойдем, потому как поезда летают, и переместимся в более тихое место. Так, вот здесь, наверное, сейчас постоим. Ну и, собственно говоря, это наш, получается, городок, да, вот здесь, Никит? Это нет, это деревушка. Деревушка. Андреевка, населенный пункт. Угу. Кстати, собаки, смотри, без ошейника. Итак. Итак, друзья, стартовый пак, даже не стартовый пак, а пак техники, который идет с данной картой. По вашей просьбе буду показывать, смотрите. Никаких сторонних модификаций здесь нет, это все идет именно с картой. Вот эти все моды идут с картой. Соответственно, чтобы вам поиграть и насладиться в полной мере, докачивать нужно, ну, наверное, по минимуму. В принципе, все необходимое у вас здесь и так есть, да, я так понимаю? Да. В принципе, смотри, пак неплохой, есть и кировцы, есть МТЗ-шечки и так далее, да, грузовички. Даже есть пак мазуриков, друзья. Кстати, мазурики для нашей игры — это очень большая редкость. Особенно качественные мазурики. Слушай, Никит, а вот здесь есть прицеп для перевозки ЖБ-плит, плитовоз. Да, все верно. Он нам понадобится для чего? Для того, чтобы что-то на карте строить. Да, конечно. Друзья, на карте также много интересных очень вещей. Смотрите, опять же, до конца мы попытаемся вам все это дело показать и рассказать. Ну и, в принципе, пак КамАЗов. Так, ну и вот так вот, да. Давайте, наверное, посмотрим вот так на карту именно в таком вот виде. Нефтяная добыча, табачный завод или табачная фабрика, да, здесь присутствует? Да, табачная фабрика. Табачная фабрика, нефтяная добыча, ткацкая фабрика, ток номер один. Естественно, у нас загоны для животных. Далее, друзья, завод, есть рыбхоз, переработка нефти, карьер, телятник, бойня, магазины всевозможные, ЖД-станции, хранилища, котельные. ТОК-2, ЖБИ завод, водяной насос, в общем, пилорама, щипа, маслозавод, цементный завод, БГА, литейный завод, протравитель семян, фруктовый сад. Офигенный, обалденный карьер, друзья. Таких карьеров вы навряд ли видели. Ну, я вот, честное слово, карьер такой в таком исполнении вижу в первый раз. Сейчас мы это тоже посмотрим чуть попозже. Сами посмотрите, кайфанете. Мехдвор, хлебозавод, магазин стройматериалов, навоз. В общем, друзья, очень большое количество производств, которые мы сейчас попытаемся все посетить и, собственно говоря, рассказать вам о них. В принципе, еще, смотри, что не показал. Давайте также покажу вам дополнительные культуры. Никита, из дополнительных у нас тут люцерна, проса, я так понимаю, да? Здесь идет клевер. Суданская трава, табак, рис, морковь, лук, хмель и чеснок. Ребят, чеснок. Где вы видели, на каких картах чеснок? Я, по-моему, только на одной европейской карте чеснок видел. Да, мне попадалась только одна карта. Ну что ж, Никит, давай начнем наш, значит, обзор. Затяжной обзор будет, ребят, но постараемся показать и рассказать обо всем. Тем самым сами поймете, что это за карта и действительно... Карта очень-очень интересная. Погнали? Давай начнем с баз, наверное. На карте три базы. Угу. Две маленьких и одна основная. Угу. Давай начнем с стартовой, где мы стартуем, где нам дается техника. Так, давай, я за тобой. Я, наверное, в машину прыгну. Да, тут без разницы. Да. Так, подожди. Так. А как мне вот это посетить? А ты где, кстати? А, все, вижу. А это я на себя обратил внимание. Так, вот, все. Вот здесь находится база, друзья. Так называется она, СРК, да, получается у нас? Да. Стартовая база наша.
Вот наша стартовая база. Здесь также пак стартовой техники присутствует. То есть, все, что нужно вам для начала карьеры, у вас уже имеется. Так, что у нас тут есть интересного, Никит? Ну, тут у нас стартовая техника стоит. СК-5 Нива. МТЗ-ки. Жатки всякие разные. И... Кстати, смотри, вот это Нива СК-5, я думал, это декорация. Нет, очень нет. Похоже. Нет, он работает, да? Можно, в принципе, сесть. Он рабочий, да. Просто так, маленькое это. Он рабочий. В принципе, вот именно это наша стартовая база. Да, да, маленькая стартовая база. Так. Вот это все дело открывается. Тут же у нас, да, тут получается ремонтный цех. Ремонтный цех. Да. Но, как Никита сказал, на карте три базы, соответственно. Есть еще несколько баз, которые нужно там построить, да, что-то на этих базах? Да-да, восстановить. Восстановить. Вторая база у нас находится в населенном пункте Андреевка, где в ЖД вокзал, называется СКК. Выиграем на них. Так, давай я посмотрю и за тобой. Где ты, куда ты прыгнул? Ага, вот она, СХК. Давай посетим. Ну слушай, вторая база уже намного больше, чем первая, да? Да, получается? Она больше, да. И получается, вот тут у нас плиты. Вы так просто так не заедете, вам надо будет привезти определенные ресурсы сюда. В общем, эту базу нужно построить, облагородить, чтобы она функционировала. Да, 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 да. Ясно. И смотри, и есть еще третья база. Которая меня удивила, когда я эту карту один смотрел, да, без записи. Давай посмотрим, что у нас за третья база. Я так понимаю, это мехдвор. Да, все верно. Это мехдвор и самая большая база, которая есть на карте. Но и она обойдется у вас копеечку. Так, и здесь нужно что-то приложить, какие-то усилия. Также, смотри, здесь плиты, да, просто так сюда не заедешь. Да, 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 просто так-то сюда не заедешь. Здесь нужно какие-то манипуляции произвести. Да, и тут же на базе у нас гаражи. У нас получается хранилище молока. Угу. Хранилище жидкого навоза. Ну вот оно, хранилище жидкого навоза. Да. Как-то здесь... поддерживает 100% функционал Monox-системы. Все заводы, все хранилища. Слушай, здесь счетчики, да, вот на всех вот таких вот штуках, ну, именно накопитель, водяной насос, тут стоит счетчик. Да, везде счетчики стоят. Ну, это уже получается, когда ты развился, это вот третья база твоя, если ты, у тебя достаточно денег, и ты ее, в принципе, построил, вот здесь ты будешь это все дело владеть, да, вот этим. Да, 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 все верно. Так, ну что, давай, наверное, посетим... скотные дворы, посмотрим. Давай посетим скотные дворы. Коровье пастбище. Да, коровье пастбище. Тут также Monox-система работает. Функционал полный. Вот доильный аппарат. Тут чтобы молоко, грубо говоря, попало в хранилище, чтобы ты вывез, надо сначала подойти к доильному аппарату, накачать воду. Ой, воду, молоко накачать непосредственно уже в бачок. Угу. И уже вывозить. Ага, вот так вот. Прикольно. Да. Слушай, а у нас также есть бычки, да? Вот быки именно. А на карте присутствуют козлы и присутствуют еще дополнительные, это гуси. О, а вот это вот интересно. А где их искать? А козлы у нас обитают овечье пастбище. Они в перемешку вместе живут. Так. Я прыгнул на овечье пастбище. Угу. Овцы дают у нас шерсть. Если же мы плюс докупили в загон еще плюс коз, они будут давать козье молоко. Ясно. А гуси? А где у нас гуси? А гуси у нас живут уже непосредственно курятники. Так, а где курятник? Они живут у нас вот здесь. Слушай, карта большая, мне так за тобой не уследить. Вот прям. Даже пометки даже, все. Гуси нарисованы и курицы. Везде пометки сделаны. А, слушай, вот я слышу, кто-то крякает. Угу. Слушай, действительно, вот он, пожалуйста. А что мы, кстати, Никит, получаем с гусей? Есть какие-то производства?
С гусей только, к сожалению, только яйца. А, только яйца. Ну, понятно. Да. Только яйца. Ну или гусей можно также ввести на птицефабрику. Гусей. Так, ну давай, наверное, возьмем левый уголок карты, потому как действительно огромное количество производств, и здесь можно, ребят, запутаться, и что смотрели, куда лететь и так далее. Давай, наверное, начнем с завода, вот рядом с 15-м поля, и посмотрим, что там, как и как вообще он выглядит. Именно с завода. Сейчас завод, мы... он, так сказать, универсальный, грубо говоря, он производит, ну... процентов 20 продукции, в том числе сахар. Угу. Да, вот. Тут подписано, в принципе, все, где что грузить. Сыр, масло сливочное, творог, сгущенное молоко, зона погрузки сахара. Здесь у нас тушенка говяжья. Я так понимаю, что у нас на карте можно сделать и тушенку, да, тушенку свинина. Да, да, да. Через бойню. И... бойня для мяса сырое. И уже сюда непосредственно линейка пошла. И также зона погрузки отходов. Да, на каждом производстве здесь также есть отходы. Ясно, это, блин, слушай, ну это тут, конечно, можно заморочиться не слабо, да? Да, отходы у нас уже непосредственно идет на переработку отходов, ну, переработка завод. Угу. И там производятся уже коробки непосредственно. Коробки нужны нам для производства некоторых ресурсов. Да, почти всех. На всех заводах коробки нужны. Слушай, круто. Так, давай, наверное, на рыбхоз. Давай рыбхоз. Рыбхоз, он, в принципе, маленький, не такой, как на Алтае, но его надо будет строить. Я вот и сейчас, смотри, я сейчас посмотрел, покрутился вокруг, думаю, а где рыбхоз? Его нужно будет построить. Надо строить. Надо купить участок и уже непосредственно построить. Тогда он появится. Вот тут стройматериал. Зона выгрузки. Да, да, да. К триггеру подходишь, так, а тут уже к триггеру, если подойдешь, смотри, какие нужны стройматериалы сюда. Сейчас давай участок куплю. Так, и давай. Посмотрим. Угу. Ой. Есть. Все, подходи к триггеру. Открывай меню. Так, получается стройка рыбхоз. Ресурс. Здесь нам нужно, что нам, бетон. 200 тысяч килограмм, да, в килограммах тут написано. Да. И кирпич, также 200 тысяч. Не, еще ниже, проматывай. Так, еще ниже. Кроме кирпича у нас получается палет с досками и бетонная плита. Так, так, 4 ресурса нам нужно сюда. Да, да, да. Блин, слушай, классно. Соответственно, сразу же возникает вопрос, где мы эти ресурсы будем добывать. Приставьте на автовокзале, ой, автомагазине, мы можем это купить. Это приставьте, если у вас нету заводов определенных, и можно там взять те же доски, докупить и отвезти. Но при этом придется потратиться финансово. Да, да. Вы за перевозку, за доставку, вы будете переплачивать. Когда уже возьмете заводы, тот же бетонный завод. Но для бетонного завода, чтобы произвести плиты, вам нужно произвести арматуру и произвести стальные балки. Слушай, чтобы произвести уже стальные балки и арматуру, вам надо добыть железную руду. Слушай, ну это вообще прям тут конкретно. Вот любителям производства, я думаю, эта карта зайдет просто на ура. Здесь настолько действительно завязаны производства между собой. Слушай, Никит, давай покажем карьер. Давай карьер покажем. Карьер номер один, карьер номер один, и потом, наверное, покажем карьер номер два, который меня действительно удивил. Так, ну, карьер номер один у нас самый простой, песчаный. В принципе, сюда привозим дистопливо, да, я так понимаю? Да, также манур-систему поддерживают, вот. Здесь манурная система. Если откроем F1, информационное окно, сейчас я куплю участок. Ага, подойди на триггер сюда. Нет, так. Погоди. Подальше отойти. У меня тут написано, вот, смотри. Вот, ближе подойди вот сюда. И там вот у тебя на F1 окажется информация. Так, подожди. У меня написано автосалон открыт. Открыт. Не-не-не, самое верху. Вот здесь я стою. Так, давай вот так я еще раз попробую.
Что-то не получается. Так, подожди, у меня написано активировать триггер. Да. Вот так. Это оно и активация триггера и активация шланговой системы. Ага, я вот что-то здесь открываю, что-то закрываю. Да. Блин, слушай, классно. Так, здесь можно нагребсти песок, да, для продажи. Ну, в принципе. Да. Не подсчитывал, сколько литров песка здесь? Нет, к сожалению, тут подсчитать, знаешь, очень сложно. И сразу же вопрос, Никит, слушай, если я вывезу весь песок, заработаю на этом там 1 000 000, 2, 3, 4, 5, 6, 10, да, он будет как-то восстанавливаться по истечению времени, либо же песок, когда я вывезу, он полностью иссякнет и про карьер можно забыть? Ну, он иссяк, как бы кончится песок, но считать игровую механику игры, его можно будет восстановить. Ага, вот так вот. Да, ясно. Кевин сохранили. Ясно. Слушай, ну и давай, наверное, если начали мы с карьеров, давай карьер номер 2. Давай. Вот этот карьер меня действительно удивил. Карьер номер 2. Давай включим режим полета лучше всего. Да, давай. Хочу, он тут очень большой, и мы это все не облетаем. Просто-напросто все. Так, сразу состояние скорости тоже надо включить. На сколько ты поставил? На 4. 4. Угу. Вот так вот, друзья, выглядит карьер номер 2. Смотрите, не просто какой-то овраг с каким-то, значит, заполнением, а вот так вот красиво, интересно, очень сделанный карьер номер 2. Посмотрите, друзья. Это только половина. Полетели, это, да. Да, и действительно, похож по-настоящему на карьер, а не просто какой-то овраг. Кстати, вот здесь вот можно ездить, да, вот по этим дорожкам без проблем? Да, по этим дорогам ездишь, конечно. Так, и вот здесь у нас заполнение. У нас получается на этом карьере что? У нас гравий, да? У нас здесь гравий и уголь на этой половине. Так, и вот здесь еще один карьер есть, смотри. Ну это целый разрез, да, получается? Тут дальше, да, еще дальше идет. А вот здесь, подожди, Никит, а вот это вот что? Вот здесь. Белое? Да, белое. Известь. Известь, обалдеть. Добыча извести. И вот здесь добывается известь и глина. А глина нам нужна для производства кирпича. Да. Все, вот теперь цепочки потихонечку складываются. Вот здесь у нас глина. Да. А уголь? Уголь у нас с той стороны был. Вот туда. Снизу, да. В общем, этот карьер нам дает 4 ресурса. Значит, гравий, уголь, глина и известь. Да. Слушай, а как пользоваться? Что нам сюда нужно пригонять, может, погрузчик? Ну, соответственно, нужно, наверное, купить землю для именно для добычи вот этих ресурсов. Да, покупаете участок, привозите погрузчик и уже непосредственно грузите. Если же вы играете с автодрайвом или курсплеем, то вы можете привезти топливо сюда и уже будет автоматом у вас грузиться. Тут также Manure System поддерживает это все дело. Да, тут же поддерживает Manure System. Это для любителей Manure, шланговой системы именно. То есть в начале карьеры, если не хватает денег или хочется играть на топовой технике, купить все участки и поля, мы можем день поработать по вывозке вот именно песка вот этого всего и заработать себе денег. Получается так, да? Да. Слушай, классно. Ну, карьер действительно сделан очень-очень красиво за карьеры. Ну, тут твердая пятерка. На мой взгляд, твердая пятерка. Я не встречал еще ни одной карты, где именно так был бы детализирован карьер. Возможно, они есть, возможно, их нет, но действительно карьер меня очень удивил. Но это еще не все, друзья, На карте также дамба еще присутствует. Так, перестанем, наверное, мы болтаться в воздухе, да? Ну да, скорее всего. Давай отключим режим полета. Падаем. Далее. Производство поддонов, если мы уже находимся непосредственно вот так близко, давай посмотрим сразу производство поддонов. Да, производство поддонов. Слушай, ну я вот это, кстати, производство уже видел. Многие писали показать, как оно работает. И в принципе работает оно, друзья, не так и сложно, разобраться в нем легко довольно-таки. Классное, кстати, производство, и анимировано, и автоматизировано. Мне нравится, в принципе, я еще режим... Так, режим полета отключаю. И режим скорости, кстати, надо тоже отключить. Во.
Здесь мы, в общем, собираем поддоны, да? Да-да-да, тут у нас идут поддоны. Слушай, ну, в принципе, зачетно. Но производство я это уже, в принципе, видел, и оно мне нравилось. Так, далее, Никит, ну, давай куда-нибудь интересное место. Лучше, если мы рядышком, давай на переработку отходов прыгнем. Давай. Так, переработка отходов. Это вот как раз, где я тебя спрашивал на заводе, куда мы везем отходы, да, вот с этого завода. Да-да-да. Где мы делаем тушенку свиную, значит, говяжью, сыр. Где вот вначале мы показывали, друзья, завод, вот здесь перерабатываются отходы именно вот с этого завода. Да-да, все верно. Так, мы перерабатываем отходы. Отходы и забираем коробки, и забираем еще хуже мусор, грубо говоря. Мы его уже продаем. Так, мусор мы просто продаем уже, да? И вот у нас коробки вот здесь. Да, коробки и мусор. Все. Зона выгрузки продукции. Ну, прикольно. Такой биоматериал, да? Биологически чистый. Да. Так, ну, далее. Давай левый, наверное, угол. Будем сейчас левый квадрат. Давай. Производство, друзья, действительно большое количество. И тут цепочки завязаны между собой. Я думаю, что эта карта даже еще легко может поспорить с Farmer Simulator 22. Вот именно что-то там выйдет. И, ну, тут действительно просто завязано все. Очень интересно разобраться. Давай, так, куда полетим? Смотрели, нам остается... Ну, переработка нефти, давай потом на сладенькое, потому что тут вышки еще по другую сторону. Ага. Потом вернемся к нему. Давай прыгнем на бойню. Давай. Бойня. Посетить. Вот такая вот бойня. Там анимированные свинки вроде ходить должны. Так, смотри, здесь у меня есть баннер. Бойня номер один, Курская область. И какой-то район, да, не вижу отсюда. Сразу же, значит, смотри, Никит, спрошу. Карта как, вымышлена или построена по реальной местности? 50 на 50. 50 на 50, все. Ну, здесь, в принципе, смотри, триггера все есть, да? Зона выгрузки животных. Здесь у нас зона погрузки мяса. Цех. Да-да, все верно. Ну что, друзья, видели где-нибудь такую бойню? Я вижу это все дело в первый раз. Действительно. Это как раз для тех, кто будет писать, что карта, допустим, ни о чем и так далее. Вот поэтому я и просил досмотреть обзор до конца. Давай прыгнем сейчас на телятник, который выше. Давай. Слушай, ну удивляешь меня просто вот, наверное, весь обзор будешь меня удивлять с этой карты. Я думал, ты меня с Алтайским краем удивил. Но здесь, по-моему, ты меня удивишь еще больше. Телятник. Телятник у нас непростое название телятника, да? Угу. Грубо говоря, если мы привезем сюда корову и бычка, мы получаем полноценного теленка. Угу. Если же уже мы привезем сюда теленка, так, мы получаем полноценную корову. А, вот оно как. Да. Ясно. Ну, можешь открыть, посмотреть. Вот, в принципе, животные уже ходят. Ну, это так. Вот такие вот теленки у нас, ребята. Слушай, ну прикольно, нет слов. Обалденно. Так. Следующее у нас, наверное, мельница будет. Давай, мельницу. Прыгаем на мельницу. Мельницу надо тоже строить у нас. Ага. Тут пустая территория, надо тоже строить мельницу. Так, давай, значит, по ресурсам. Не будем показывать, сколько что, наверное. Давай кратенько просто скажем, какие сюда ресурсы нужны. Кирпич, плита, бетон. Да, все то же самое. Все то же самое. Четыре ресурса, как и на рыбхоз, да? Да. Для постройки мельницы, в принципе, те же самые ресурсы, друзья. Так, да. Что у нас тут есть еще? Дальше у нас в этом квадрате присутствует хранилище корнеплодов. Так, давай, наверное, посмотрим. Мне всегда было интересно, как построены скотные дворы на карте, хранилище корнеплодов, база и так далее. Вот такие ключевые объекты мне всегда интересно посмотреть. Вот, самое простое. Привозишь
А тут загружаешь непосредственно через. Он работает у нас точно так же через Global Company. Контакт Т нажимаешь. Угу. Да, слушай, ну классно. Что-то новое всегда очень интересно смотреть и попробовать поиграть. Дальше вот. У нас что здесь идет? А что у нас тут лошадь? Она заблудилась? Да, она здесь спойлит. А, понятно. Так, и давай прыгнем сейчас на, получается, ЖД-магазин. Давай, давай. Ты просто прыгай, да, тут действительно можно. ЖД-станция, вот она. ЖД-станция. Тут действительно можно заблудиться, поэтому я буду ориентироваться. Я в бревнах тут немножечко. Так, давай, наверное, продажа химии. Я вот на продаже химии. Да. Тут получается, смотри, автомагазин, автостанция точно так же здесь. Ага. О первоначальной продукции. Вот здесь. Зона материалов. Покупаешь участок также. Так. Вон копейки. Подходишь на этот триггер и закупаешься. Так. Тем ресурсом, который тебе надо. Ясно. Тут работяги, смотрю, у тебя ходят, да? Да. Ясно, два ясно. Вот здесь мне... Вот здесь... Вот я вот, смотри, какой интересный у тебя, я тебя перебью, извини, вот триггер. Мне вот интересно было посмотреть, смотри, как ты заморочился. Слушай, классно, классно. Так, покупка химии у нас вот так реализована. Угу. Так, Никит, а по поездам мы можем переключиться на поезда здесь? Тут нету таких. Просто поездов. Поезда как декорации. Декорация, но да. Надо сказать, что поезда сделаны тоже довольно-таки качественно. Здесь вы можете закупиться химией, да? Здесь можно продать технику. Кстати, если мы уже на товарной станции, на базе, да? Давайте посмотрим, друзья, я покажу вам, как реализованный магазин. Вообще, когда вы покупаете технику, настраиваете, продаете и так далее. Смотрите. Допустим, нам нужен трактор John Deere серии 7, да? Мы его покупаем. Вуаля. Сейчас он появится. Вот так вот у нас реализован магазин. Нет никакого черного ангара с тусклым освещением. Все сделано, смотрите, вот так вот. Интересно и классно. Мне, ну, слушай, это просто обалденно. Да? Давай, допустим, я попробую его арендовать. Ну, допустим, вот сейчас мы его арендуем. Окей. Не, он появляется, у нас техника уже непосредственно вот там. Ну, вот там, да. Ну, как сам магазин сделан, это классно, это классно. Мне иногда просто, ну, немножечко, не то чтобы не нравится, а немножечко бесит вот этот серый ангар, которым мы покупаем технику, да, вот фермер 19. Так, далее, что мы у нас... Давай, сейчас следующее, наверное, прыгнем на мель, на теплица. Давай, я за тобой. Рядышком под нами. Прямо вот рядом, да? Угу. Так, окей, посетить. Тепличное хозяйство. Да, тепличный комплекс, так сказать. Так, здесь у нас получается капуста. Таблички, да? Я, ну, судя по табличкам. Здесь у нас также капуста. Так, Никит, давай ты, наверное, сам объяснишь, как, что тут у нас происходит. Капуста, томаты и красный перец. Ага. Так, здесь ресурсы какие нам нужны? Вода. Вода, компост, либо же навоз. Круто. Для этого нам просто нужно купить участок, я так понимаю. Да. Обалденно. Нет слов. Так. Нет слов. Дальше у нас, наверное, пойдет ЖБИ. Да, кстати, давай вот его посмотрим. ЖБИ завод. Как раз, друзья, это самое то ключевое место, если вы затеяли строительство рыбхоза, строительство базы и так далее. В общем, если вы, вам нужно что-то построить, вы будете сюда приезжать, соответственно. Так. Да. Работяги ходят. Работяга, собака. Кстати, он что-то говорит, да, я так понял? Да. Информационное окно точно так же. Вот это, кстати, Никит, смотри, вот я тебя перебью, знаешь, такой мод есть, да, Global Company Display.
Я знаю, да. На некоторых картах он работает, на некоторых картах он отказывается работать. Да, с ним удобно смотреть, какая продукция, сколько литров и так далее у тебя на каком-то предприятии. Здесь, я так понимаю, это все работает без этого мода. Это все вшито в карту. Оно нет, оно немножко, это самодельная просто таблички. В общем, ну, я имею в виду, что не нужно скачивать сюда Global Company Display. Да, 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 все уже как бы это работает автономно. Так, ну давай теперь по заводу. А, по заводу. Тут у нас отходы. Ага. Дальше идет. А, ты не туда побежал? Не-не, я иду просто. Ага. Тут у нас выгрузка идет. Также Manux система поддерживает. Чтобы сделать плиты или же кирпич, вам нужен газ. Угу. Газ. Угу. Точно так же, к примеру, на газоне или же на мазе привез через шланг, подцепил, выгрузил. Или же можно активировать триггер и через триггер это все делать. Нам нужен сюда жиженый газ. Да, да, да. Жиженый, соответственно, газ, да. Жиженый газ мы можем получить на БГА, так понимаю. На БГА. А, окей. В общем, производственные цепочки все равно связаны между собой так, да, или иначе. Конечно. Слушай, тут у нас лошадь ходит. Лошадь у нас тут, да, да. Ну, лошадь должна быть все-таки. Человечком. Тут у нас идет погрузка кирпича. Ага, вот здесь. Я сюда выдвинул, потому что кто-то играет с автодрайвом, курсплеем, чтобы был сквозной проезд. Чтобы он не тупил, да, не сбивался. Да-да-да. Так, дальше. Тут выгрузка у нас песка, гравия. Угу. Тут у нас погрузка плит идет. Угу. Тут уже погрузка бетона. Все подписано, все красиво. В принципе, да, в принципе, да. Тут не заблудишься. Да. Если где-то не подписано, то там уже логику надо подключать. Так, ну и давай, наверное, мы от таблички так с тобой отклонились. Давай все-таки посмотрим, что, куда, сюда, для какого производства нам сюда нужно привезти. Вот именно вначале мы с тобой видели табличку. Объясним немножко, для каких, допустим, плит бетонных, что нужно для кирпичей и так далее, чтобы как бы у людей уже возникла общая картина. Сейчас, секундочку. Для продукции. Бетон привезти, бетон произвести, вам нужно привезти цемент, угу, привезти песок, гравий, угу, пропан. Угу. А, нет, пропан не нужен. Это у вас будет производиться из, непосредственно сам бетон. Чтобы вам произвести плиты, вам нужен бетон, пропан, цемент. Так. У вас произведется уже непосредственно бетонные плиты. Ага. Чтобы сделать кирпич, вам нужен будет пропан, пустые палеты. И, честно говоря, я не помню, что еще произнесло. Ну, в принципе, вот тут все подписано, что нам нужно, да? Так, и сразу же у меня возник вопрос, значит, по каким-то именно, уже даже забыл, что хотел спросить, что-то в голове мыслей. В общем, бетонный завод, завод ЖБИ, вот именно вот здесь вот мы будем производить, покупать и так далее, привозить сюда, да, и для того, чтобы дальнейшие объекты строить на карте. Да-да-да. Классно, слушай. Ну, давай, наверное, дальше. Вот промсклад. Промсклад, что это? Идет промсклад. Ой, не то не делал. Промсклад. Угу. Тут хранилище, грубо говоря, готовой продукции. Он маленький, заморачиваться не стал по поводу него. Можно и топливо хранить. Топливо, кстати, хранилище топлива тоже у нас через Manux-систему. Да, ну, в принципе, смотри, здесь же все подписано, да? Да, да. Одежды, ткани, сигарет. Зона хранения, да, получается. Здесь продукции, склад. Здесь у нас макулатура, отходы. Здесь у нас... В общем, друзья, здесь все подписано. Здесь есть триггера. Здесь можно прочитать и, в принципе, не заблудиться. Да, 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 да. И сразу, Никит, свалка. Свалка, ты говоришь, что есть на карте. Нет, только прокладываторы. Ага, ясно. Что еще здесь? Что ты сказал? Продажа макулатуры. Это не мусор, макулатура считается. А, это, в общем, свалки отходов как таковых нет, это считается макулатура, да, получается? Да, да, да. Ты просто, грубо говоря, на переработку ты привез отходы, ага, ты получаешь макулатуру и получаешь уже непосредственно коробки.
слушай, классно, классно. Так, ну где мы еще с тобой не были? Мы не были с тобой на цементном заводе, не были с тобой на БГА. Ну, мы много где не были. Давай маслозавод. Давай зацепим, наверное, маслозавод. Маслозавод. Кстати, практически вот сколько у нас водяных насосов? Раз, два. Три штуки. Три штуки водяных насосов, друзья, и к ним мы также вернемся чуть позже и расскажем, как они работают и для чего, в принципе. Да. Маслоэкстракционный завод «Поток». Пожалуйста. Здесь также все есть, да, у нас получается. Слушай, если мы покупаем этот маслоэкстракционный завод, ворота работают автоматически, да, при заезде? Все вручную. Вручную. Так. Нужно вручную. Будет вылезти из машины, трактора, и все это вручную открыть. Да, да, да. Зона выгрузки. Здесь у нас отходы. Ну и также манур систем, да, вот именно. Да, да, да. Тут воду привозишь. На жидкости. Угу. Трансформаторы. Классно. Нет слов. Я хотел посмотреть, если мне не показалось. Если мне не показалось, можно зайти на склад. Тут нет, там три. А, ну вот, в принципе, вот коробочки с готовым изделием у нас уже есть тут. Зона погрузки сливочного масла. Сливочное ведь масло, да, я так понял? Сливочное и подсолнечное. И подсолнечное. Слушай, ну обалденно. Обалденно. Да, да, уже захотелось, конечно, поиграть в эту карту, но думаю, в соло здесь мне разобраться долго будет. Надо бы кого-нибудь попросить. Ладно. Ну а теперь давай, наверное, БГА, цементный завод. Давай, давай, давай. Угу. Поиграем на БГА. БГА тут, грубо говоря, только переработка. Тут нету силосных ям, ничего такого. Слушай, Никит, если я не ошибаюсь, где-то я видел вот такой вот аппарат, и он мне напоминал, по-моему, знаешь, торф. Не торф, а компост. Машина для... Вот взял. Нет, это я имею в виду на 17-й ферме. На 17-й ферме такой вроде агрегат был на какой-то карте, и он, по-моему, перерабатывал компост. Ну ладно, это не суть, это я к тому, что показалось знакомым это. Поддерживает у нас манук-систему. Ага. Здесь газ откачивается. Хочешь в баллонах его забирай, а хочешь непосредственно так откачай. То есть, если я приеду, допустим, на грузовике бортовом, я могу это все в баллонах увезти. Да, да. Баллоны будут появляться, то бишь они будут прорисованы и в кузове будут появляться, отображаться. Ну да, ну не совсем так. Ага. Но лучше, конечно, все это дело перевозить каким-то вот цистерной, да, грузовичком. Да. Тут наоборот, тут привозишь уже непосредственно дегистат. Угу. А тут такая же система откачки. Тут просто так ты не заберешь. Тебе надо сначала включить вот этот аппарат, он тебе накачает газ, ты уже будешь забирать его отсюда. Ага. Классно, слушай. Ну, в принципе, вот, ребят, БГА. Сейчас можем зайти внутрь, не туда, вот сюда. Я уже заходил. Где? А, внутрь можно зайти? А, вот. А, стоп, надо купить. Сейчас я куплю. Давай. Денег-то у нас много. А там миллионер. Слушай, ну вообще обалденно. Пожалуйста. А? Друзья, видели такую БГА? Сейчас напишут в комментариях. Да видели и лучше, там, знаешь. Так. Следующее. Цементный завод. Цементный завод. Давай. Вот, принципе, у нас цемент. Вот, кстати, вот вспомнил. Сейчас я тебя извини, что перебил, вспомнил. Я у тебя хотел спросить на заводе ЖБИ, вот именно, да? Хотел спросить, где брать цемент. Вот, значит, вот у нас есть цементный завод для этого. Да, цементный завод. Цемент можно либо купить на ЖД-станции, где я и говорил, угу. Либо же уже непосредственно
Я вот здесь в будке вот в этой, да, смотри, здесь нужно сырье для производства цемента, получается известь, глина и пропан. Да. Классно. Классно, пропан, друзья. Это все. Вкратце не буду уже объяснять, как оно работает, ваша в реальности. Ну да. В принципе, вот, пожалуйста, если вам нужен цемент для завода железобетонных изделий, вот именно здесь это все дело и делается. А я опять же манок систему под жидкости. Все? Да. Вот, пожалуйста. Супер. Так, ну и вот там еще один триггер у нас есть. Угу. Загрузка, погрузка, зона погрузки цемента. Пожалуйста. Так, маслозавод были. Давай, наверное, пилораму. Давай на пилораму. Тут же пилорама и еще подробивка. Кстати, у нас тут поезд. Маневровый тут стоит. Да, маневровый поезд. И, кстати, он озвучен. Мне всегда нравилось, как у него дизель работает, обалденно. Да-да-да. Тапки они прям хорошие. Угу. Мне тоже нравились. Пилорама, друзья. Так, наверное, надо приобрести, да, чтобы ворота открыть? Да, конечно. Сейчас. Да, кстати, пилораму я тут эту тоже уже видел, я с ней знаком. Работает обалденно, все анимировано. Мне понравилось, что вот это действительно пилорама анимирована. Ну, согласись, классная. Да, да, да. Это, наверное, одна из самых лучших пилорам на 19-ю фирму. Действительно, вот правда. Прикол в том, что немногие знают о нем. Только раз это сказал, что немногие знают про эту пилораму. Причем зря. Действительно, ребят, вот пилорама обалденная. В самом начале, когда Global Company вышла, она одна из первых вышла, вот эта пилорама. Причем работает без глюков, без багов. Вообще, да? Ну, самостоятельно, все анимировано, досочки идут, бревна идут. Все классно вообще. Да-да-да. Так, и дробилка, щеподробилка, она у нас вот здесь, да, получается? Да, вот она, наша щеподробилка, самая обычная. И бревна, грубо говоря, усыпаешь, и она уже, анимация работает. И ты подъезжаешь уже с той стороны, и... засыпаешь. Слушай, классно, классно. Так, дальше что у нас? Давай ниже, наверное, ближе к городу опустимся. Я у поезда тут залип. Да, давай, давай. Агрокорм, стройка. Тут производится весь корм, который нужен для животных. То есть здесь у нас завод комбикормов. Да, да, да. Также все триггера на месте, все подписано, смотрите. Корма, зона погрузки, зона погрузки отходов. И предприятие-то, да, не слабое, ты посмотри. Ты, конечно, тут с размахом это все сделал. О, здесь все заводы такие. Ну слушай, ну правда, вот действительно, я считаю, что это классно сделано. Предприятие должны быть реально предприятием, а не каком-то, не каким-то гаражным этим, да, подпольным. Действительно, ну завод, он и есть завод. Да. Ну, в принципе, давай вот здесь. На сахарный завод прыгнем. Давай, да, давай. Вот сахарный завод. Ну, что-то сход уже есть на производстве Алтаев уже. Также все триггера, друзья, на месте. Сюда мы что привозим? Привозим сахар, сахарный тростник. Ну, сахарный тростник, либо же свеклу. Ага, сахар, говорю, да, сахарную свеклу. Сахар на завод. Поддоны еще нужны. И поддоны, и, в принципе, это все дело на продажу. Да, кстати, продаж, точек продаж действительно на карте тоже есть множество. Магазины «Магнит», потом здесь у нас есть магазины. Магазин «Андреевка» и так далее. Магазин «Цветочный», да, я так понимаю. В общем, на карте есть довольно большое количество магазин, и можете ездить, продавать, куда вам будет удобнее. Также у нас есть... Манур система поддерживает. Манур систем, да. Также у нас есть пивзавод. Давай, наверное, посетим пивзавод. А, где он там, куда ты его... А, вот он. Так, пивзавод. Опять же, все открывается вручную. Кореновские пивоварни, правильно я почитал? Также триггера все подписаны, где что кого. Также манус
система. Да, вот она здесь. Зона погрузки пива. Блин, ну слушай, тут, конечно, это с предприятиями вообще прямо обалденно. Далее. И вот здесь у нас что-то еще мне интересно было. Переработчик железной руды. Да, переработка руды внизу. Давай, это наверное самое основное, как делать арматуру и стальные балки. Так, а руду мы прямо здесь и получаем. Да, привозите топливо, и непосредственно уже у вас вот эта машина добывает железную руду. Вот такая вот махина бывает. Круто. Сразу же, мы эту руду везем на литейный завод. Да. Ну и, соответственно, давай сразу, наверное, в него и переместимся. Нет, подожди. Давай, если мы уже тут оказались, мы заглянем, наверное, заглянем на стройку и магазин Магнит. Давай на стройку. Ой, там я. Ага. На стройку. Тут же точки продажи, опять же, продажа газа идет через манок-систему. Так, продажа газа, а еще что мы сюда можем привезти продать? Песок, гравий, цемент, доски. В общем, все, что для строительства необходимо, здесь можно продать, да? Да. Супер. И магазин Магнит. Так, одним глазком заглянем. Хотя, наверное, уже магазин Магнит все видели на картах. Такой же, но. Ну, здесь он такой массивный, да, уже тут получается торговый центр. А нет, такой же, как и на Алтае. Ну и в принципе, друзья, вот смотрите, это город у нас, да, я так понимаю? Да, это город, и также в Магните она манок-систему тоже поддерживает. Пару кружков по городу, чтобы сложилось общее впечатление, что это у нас тут. О, памятник, смотрите, даже есть. Пешеходный трафик присутствует, как вы видели. Некоторые с вами даже здороваются, что-то бормочут. Я когда один смотрел карту, я думаю, это мне послышалось или нет. Что он мимо меня прошел, что-то сказал. Так, ну давай, наверное, правее, это литейный завод. Да, первый. Давай, литейный завод. Так, угу. Вот литейный завод у нас. Также массивный, большой. Он не то что большой, он довольно-таки здоровый. Ну, я имею в виду по меркам не реальной, конечно, жизни, а по меркам того, что мы иногда видим на некоторых картах. На картах, да. Относительно. Здесь, да, относительно с некоторыми картами, здесь действительно завод такой массивный, конечно же. Сюда мы привозим руду, я так понял. Да, сюда руду высыпаем. Так, и получаем арматуру. Да, арматуру и стальные балки. Туда же также нужен газ. Чтобы это все работало, нам нужен газ. Да. Слушай, не слабый такой, конечно. Не слабый. Прикольно, прикольно. Далее. Давай немножечко переместимся в правую сторону и посмотрим, наверное, фруктовый сад, птицефабрику, протравитель семян. Угу. Что первое? Фруктовый сад. Нафиг, так, смотри, Никит, сразу же спрошу, поддерживает ли карта мод сезон? Поддерживает. Карта поддерживает полностью мод сезон. Это круто. Так, я здесь, на фруктовом саду. Привозим, получается, мы компост. Ага, вот здесь вот триггер есть. И воду. В принципе, два продукта, да? Компост и воду. Да, ну и палеты еще нужны. Ну и палеты. Да, палеты это для погрузки того или иного. Ясно. Ну вот, пожалуйста, Manurs System также работает здесь. Пустые поддоны. Вот здесь все подписано, друзья. Прошу прощения. Здесь все подписано. Навоз, компост, воду.
и палеты. Ну и вот наш фруктовый сад. Здесь у нас получается, Никита, какие продукты, именно какие фруктовые деревья? Деревья, яблоки, груши? Груши и груши. Ой, яблоки, груши и вид. Как там еще? Ясно. Слушай, классно. А что мы сразу после этого делаем? Продаем яблоки в магазин? Либо же есть еще какое-то производство, допустим, сок или еще что-то? Это все готовое уже. А, все это уже, все уже готово. Просто везем в магазин, продаем. Да-да-да. Так, птицефабрика. Птицефабрика такая же, как на Алтае. Не надо путать, что здесь разводят. Нет, тут их уже производят на тушке. Здесь, в принципе, мы получаем куриные тушки, да? Да, печень куриной тушки. Слушай, слушай, и там, когда мы делали с тобой обзор на Алтай, мы забыли рассказать людям, где брать птицу. Чтобы привезти сюда, допустим. Сюда ведь, я так понимаю, нужно привезти будет птицу. Да? Ну, или да, как? Сюда мы везем птицу. Да, птицу везем. Отсюда мы забираем уже тушки птиц. Да, ну, да, да. Потрошенные. Так. Соответственно, мы берем птицу именно на скотных дворах, где у нас курицы, гуси, да, вот именно там. Либо скотный двор, либо же у перекупа. Либо покупаем у перекупа. Да, у дилера живут. Так, перевозим мы эту птицу как? На, с помощью каких транспортных средств? Мы можем... Все, которые поддерживают, которые идут в паке. Абсолютно. А, которые идут именно в паке, да? В паке, да, идут. И отсюда потом мясо уже возим в магазин. Здесь, здесь получается так же, как на Алтае. Тушки, да, тушки куриц и печень. Да, да, да. Слушай, а мы можем сюда привезти гусей, допустим? Да. И также гуси, гуси и курицы. Слушай, ну прикольно, прикольно. Так, где мы еще с тобой не были? Протравитель семян. Протравитель семян, давай. Нет, вот с курицами ты меня еще на Алтае, конечно, удивил. Я думал, что курицы у нас только яйца, а оказывается, смотри, как ты сделал, да, еще можно и мясо с них иметь, еще и печень. Слушай, ну это вообще прям... По-хорошему, да, друзья, по-хорошему, нам бы, конечно, стоило бы уделить больше времени с Никитой и показать вам, как выглядит мясо курицы, тушенка, как это все работает, да, но тогда у нас бы обзор вышел часов, наверное, на 5, на 4. Да, это очень долго. Вот, и поэтому оставим некую интригу, но, друзья, действительно, карта, конечно, отличается от Алтая, да, по местности, здесь немножко другая местность, да. Ну, оно видно визуально, вот я вот с тобой бегаю, прыгаю, вот визуально немножко есть отличие, да. И... Мне карта действительно очень понравилась. Здесь не то, чтобы просто скучать или там еще что-то. Здесь много есть различных производств. Если вам надоело заниматься земледелием, вы можете заняться животными. Если надоели животными, можно заняться какими-то промышленными занятиями. И как некоторые скажут, что я кого-то, допустим, рекламирую. Есть такие. Нет, ребят, я показываю вам абсолютно все карты, которые вы можете скачать бесплатно. Я делаю обзоры на бесплатные карты. Я показываю вам платные карты, в которые действительно, считаю, что действительно это небольшая цена за эту карту, где вот мы вам показываем, бегаем, что это на этой карте в принципе есть. Я считаю, что в бесплатных картах мало где таких вот, ну, именно детализированных, завязанных на производствах и так далее. Здесь действительно есть чем заняться, и эта карта не на неделю игры. А здесь карту действительно нужно развивать, играть и... Решать в любом случае вам, но прежде чем действительно делать какой-то вывод, досмотрите обзор до конца, где мы вам все покажем, расскажем. И уже чтобы общая картина у вас сложилась. Я считаю, вот в принципе вот так. Если кому-то карта не понравилась в каком-то случае, да, или еще что-то, просто пройдите мимо, не надо писать какие-то гадости. Вполне дофига бесплатных карт, в которые вы можете играть, наслаждаться. И я также делаю на них обзоры. Абсолютно. И... Никто вас ни к чему не призывает. Если карта действительно понравилась, можете приобрести. Мне она понравилась. Так, Никит, отвлеклись немножко от темы. Угу. Что мы на протравителе семян? Что у нас здесь?
Ну, производятся семена. Манур Системс, да, я понимаю, что практически на каждом производстве. На каждом производстве, где есть жидкости. Каждое производство поддерживает. Все, это понятно. Кстати, это все, друзья, я так понимаю, Манур, вот именно Системс, также идет в комплекте с картой, с паком модов. Да, да. Практически все, что вам нужно для игры, не практически, а все, что нужно, чтобы карта функционировала нормально, работоспособно, без всяких глюков, и есть, идет в карте, именно в комплекте с картой. Поэтому все для работы уже есть. Не надо лазать по сайтам, скачивать, искать. Единственное, что, конечно, вы можете свои моды сюда добавить, ну, чтобы интерес какой-то у вас был и так далее. Опять, Никита, отвлеклись. Что, пойдем дальше? Так, здесь у нас получается протравитель семян, да? Да, тут семена производятся, жидкое удобрение и обычное удобрение в разных боксах. Угу. Да, погнали дальше. Угу. Так, где мы с тобой еще не были? Да везде. Не были. Давай хлебзавод, прыгнем. Давай хлебзавод, потом швейная фабрика и нефть, добыча нефти. И также да. У нас, друзья, еще есть плотина, которая меня тоже удивила. Ну, о, хлебзавод надо строить. Хлебозавод нужно построить. Завод надо построить. Также 4 ресурса надо провести, и он построится в течение 3 дней. Все заводы строятся в течение 3 дней. В течение 3 игровых дней. Да. В принципе, это опять надо. По поводу линейки одежды. Изначально у нас идет ткацкая фабрика. Угу. Там у нас производится ткань. Угу. Вот я прыгнул. Так. Его надо строить тоже. Кстати, вот ткацкую фабрику-то мы не посмотрели, да? Ткацкую фабрику тоже надо построить. Да, его надо будет тоже строить. Ткацкую так, фабрику. И, наверное, по линейке одежды. Мы можем, наверное, посмотреть это все дело в меню, да? Вот здесь иконки, кстати. Вот смотрите, друзья, какие иконки культур. Да, все поменено. Здесь у нас есть, получается, вот что это у нас? Шерсть, да? Со спицами. Да. Шерсть. Далее у нас... жидкий навоз, вот это все пошло. Вот так вот у нас выглядит бетон, блоки, значит, гравий, уголь. Здесь у нас, кстати, ведь должны быть, да? Вот, пожалуйста, здесь есть одежда шерстяная, одежда из хлопка. Получается два вида одежды. Да, зимняя и летняя. Шерстяная из хлопка. Вот так вот у нас выглядит говядина, свинина. Сахар, сгущенное молоко, тушенка, пожалуйста. Блин, сливочное, ну слушай, вообще прям круто. Нефть, газ, вот он, пожалуйста, пропан жиженый, вот он. Слушай, Никит, а что это такое за иконка со смертью? Это мертвая свинья. А, это свинья, которая умерла, да? Да. Цемент. Мертвая. Цемент, чеснок, значит, смотри, сигареты. Здесь у нас слива, да, получается, или что это? Да, да. Слива. Вот, пожалуйста, ребят, тушка курицы и куриная печень. Также, подожди, Никита, а у нас ведь тут еще есть куриные грудки, что ли, или куриные шейки? Да. Третий продукт, куриные шейки. Получается, у нас птицефабрика дает 3 продукта. 4. А четвертый? Первый это замороженная курица, так сказать. Так. Вторая тушка, ага. Печень и шейки. Шейки, вот так вот, ты видишь, прикинь. Это получается животных с курицы, да? Некоторые называют ее бесполезной на отдельных картах, но здесь с курицы мы можем получить 4 продукта. 4 продукта. Обалдеть. Железные балки, арматура. В принципе, смотрите. Не, просто обалденно. Ну да. ты меня удивляешь и удивляешь. Так, ткацкую фабрику были, котельную. Да. Следующая у нас идет швейная фабрика. Так, давай показывай, я потому что дезориентируюсь немножко. А, вот вижу. Вот, все, вижу, нашел. Вот у нас швейная фабрика. Блин, тут слушай. Ткань и получаем из хлопка одежду и шерсти. Угу. Зависимо от сезонов. Угу. Слушай, классно. Блин, ну ты, конечно, это все дело заморочил, серьезно. Да, супер. Далее,
Что у нас тут еще есть? Ну, табачный завод сам Бог велел посетить, так как я заядлый курильщик. Надо посмотреть. Его надо построить. Да, его надо построить. Табачный завод. Это отманок системы. Угу. Друзья, ну вот, в принципе, табачный завод нужно построить своими ручками. Ну, тем интереснее, тем интересней. Ну и остается у нас напоследок это добыча нефти. Точно так же. Слушай, Никит, я вообще, знаешь, я люблю карты, которые сделаны с прогрессом. На которых ты не просто ездишь, покупаешь участки, да, или строишь какие-то гаражи. Ну, я имею в виду те, которые статичные объекты идут. Ну, скачал ты, да? А которые действительно ты развиваешь по мере прохождения карьеры, допустим. Вот как здесь. Надо что-то построить. Это надо привезти сюда, значит, ресурсы, прождать какое-то время. Это же интересно, да, действительно. В принципе, ты можешь настроить это все дело статичными объектами, да, какими угодно, которые ты можешь скачать на любых сайтах. Но так-то вот интереснее, действительно. И в карту хочется играть. В карту играешь, тратишь время, силы, и у тебя это все дело появляется. Я на нефтяной вышке, кстати. Да-да-да. У нас нефтяные вышки две штуки. Нефтяная вышка А. Где ты сейчас находишься? Да-да-да. Нефтяная вышка Б. Так. Как бы вот так они выглядят. На генератор мы привозим топливо. Уже непосредственно они начинают работать. Также Манук система везде работает. Угу. Поддержка. Так, ну и давай сразу вторую нефтевышку посмотрим. Давай вторую. Вот, пожалуйста, ребят. И сразу же вопрос, который прямо лезет в голову. Что мы делаем с нефтью? Перерабатываем. Где? Она получается в верхнем левом углу. Переработка нефти. Кстати, а как-то мы это все пропустили? Пожалуйста, это нефтеперерабатывающий завод. Мы его оставили специально. Да-да-да. Рассказывай. Привозим нефть, забираем непосредственно уже до топлива дизельного. Также поддерживается Манок-система. Манок-система везде. Точно так же привезли вот сюда Манок-систему нефть в большом шланге. Угу. И накачали в бочку и уже отвезли непосредственно. Угу. Есть еще система, которая на заправке. Сейчас это специально сделано для тех, кто любит реализм. Прыгни на этот... как его там, на ЖБИ. Так, давай. А, вот можно на заправку сразу прыгнуть, нет? Ну да, на заправку, да, можно. Ну я лучше добегу уже. Ну давай, я за тобой. Тут есть два основных триггера, так сказать. Если подъедете на основную заправку, у вас, говорят, цена равняется единичке. Так. По стоимости. Если же вы будете грузить вручную, топливо через шланг, у вас будет скидочка 50%. А вот это уже интересно. Да, у вас топливо будет дешевле. Слушай, классно. Ну и не могу не забежать на пост ДПС. Здесь отключается, кстати, камера. Вот здесь. Вот машинки стоят, они фиксируют ограничение скорости, вас штрафуют. Слушай, подожди, я тебя перебью. Я такое видел только на карте Свапагра. Это работает так же, да? Да. Превысил скорость, тебе пришел штраф. Да, только здесь работает маленько иначе. Если ты превысил несколько раз, то тебя штрафовали. А-а-а. Не с первого. Ясно. И блин. Вот наверх подымись, F1 нажми и подойди к двери. Так, подожди, F1. Так, что-то у меня не получается. Так, во. Послать гайцов на 3 буквы. Дать на лапу гайцам. Я вообще... Слушай, ну ты просто действительно... Ну где можно найти еще такое на карте? На какой? Вот на какой? Я считаю, что просто вот... Машины, они уже пропали. Ты дал на лапу гайцам, и машины пропали. Просто. Слушай, ну это просто супер. Ну действительно... Я считаю, что именно вот такие карты и должны появляться, и, это просто обалденно. Воронеж 120, Белгород 142, Ростов-на-Дону 788 км. На остановках почитать всякие разные вещи. Да, слушай, ну супер.
Далее, где мы с тобой еще не были, чтобы прям вот захватить все, что можно. А мы вроде все пропишем. Так, Литейный. А. Так, и давай, наверное, дамбу так покажем просто. Дамбу, да. И на Токе мы не были. Ну, Ток надо строить. Ток один. Да, вот я... Давай на нефтедобычу. А, и с высоты птичьего полета мы покажем вам, ребят, дамбу. Так, находится она у нас вот здесь. Так, сразу скорость включим. Смотрите. Кстати, я так понял, что по дамбе мы можем проехаться. Да, конечно. На автомобиле мы даже можем на нее вот так вот спуститься. Вот так вот это все дело выглядит. Классно. Где мы с тобой еще не были? Ток один. Погнали. Только я вот ты туда, значит, переключись, а я за тобой. Да, все, переключился. Потому что дезинформация на карте, очень много всего подписано, но надо сначала привыкнуть к этому. Ну, его надо также строить, и тут же на ток один у нас присутствует элеватор. Элеватор у нас старенький весь, тряк. Ой. Да, слушай. Вот там вот, в дыхках. Так, а элеватор мы можем как-то починить, или он так и вот и будет в таком вот виде, в состоянии? Так и будет. Так и будет. Ну и в принципе он в замене уже нуждается давно, да? Да. Кстати, мы когда подходим, я слышу шум взлетающих голубей. Знаешь, как на старые элеваторы в деревне в каком-то совхозе, на старые фермы приходишь так вот не спеша, да? И они там сидят, они тебя не ожидают услышать и взлетают потом. Слушай, ну это вообще круто сделано. Ну видно, что карта действительно с душой делалась. Не просто так, в надежде там, да, корысти ради, да, а вот именно с душой. Ну давай пробежимся по полям. Да, давай по полям. По участкам. Смотри, здесь у тебя получается седьмое поле, я смотрю, просто действительно гигантское. Я вот хочу посетить седьмое поле, для этого на протравителя семян я... переместился. Сейчас мы с высоты немножко птичьего полета. Я вот хочу посмотреть действительно размахи этого поля. Так, режим там полета. Даже не хватает игрового движка. Угу. Так, ну вот получается оно у нас, да? Да, вот получается с ним. Так, нет, я не туда. Да, оказывается, да, вот седьмое поле. Слушай, а сколько здесь гектар? О, я не помню уже. Но не слабо, не 200 слабо. 200 гектаров. Сколько? 200. Но тут действительно обалдеть. Ну да, тут если контракт берешь, это сразу на несколько дней, но это оправдается. Тебе сразу 300 или 400 тысяч на руку падает. Слушай, ну это действительно огромное. Я вот думал... Не-не, ну это прям гигантское. Кстати, давай по цене сразу узнаем, сколько оно стоит. 14 миллионов. 14 миллионов, ребята. Но я думаю, что это не проблема, потому как на карте действительно много производств, и заработать без проблем можно. Плюс ко всему, карьеры, с которых можно возить и продавать. А, еще лес. Самое главное про лес это сказать. Так, лес, давай, куда? Кстати, давай. Вот лес, наверное, вокруг седьмого поля, да? Нет, надо прыгнуть, получается, на карьер. А, какой там... имя? Ага, вот, вижу. Есть. Давай. Я хочу... сейчас, я перепрыгну, то мне выскакивает надпись «Продать». Угу. Так, я тут. Птичий полет нужен. И полететь. Полетели. Это так, самое. Что это, что здесь есть по лесу? Я потерял тебя из виду. Да я тут под... над этим. О, нифига себе, ты куда взлетел. Так, ну вот это лес, да? Да, это самое основное. Вот, пожалуйста, друзья, кто любит заниматься лесопроизводством, лес для вас тут есть. Да, тут не одна точка леса, конечно. Но и лес прикольно сделан, да, смотри, травка, все. Угу. Есть поменьше лесополосы, где седьмое поле точно так же. Так, ты улетел туда? Давай я сейчас быстренько. Слушай, ну карта действительно классная. Здесь также у нас есть деревня.
Давай хоть по деревне пробежимся, ведь тоже это ведь не малый атрибут, как бы. Город мы видели, вот, пожалуйста, ребят, деревня. Это именно та деревня, где у нас первоначально база стоит. Да. Это стартовая деревня для нас. Да, слушай, ну атмосферно. Собачки. Магазин. Круто. Ну, в принципе, все вроде показали. Да, все. В принципе, все. Слушай, круто. Определенно. Друзья, ссылочка на группу, где вы можете, значит, узнать подробности по этой карте, будет под видео. Опять же, чтобы не возникало никаких комментариев интересных, да, и возмущений, вас никто ни к чему не принуждает. Если вам действительно понравилась карта, вы можете ее приобрести. Стоимость ее невысокая. Если вам карта по какой-то причине не понравилась или вы не желаете тратить энное количество денег, вы можете прекрасно играть в бесплатные карты, на которые я делаю обзоры. На все интересные карты я и так делаю обзоры бесплатные. Но чтобы насладиться именно производствами, насладиться всем вот этим, вот то, что сделал нам Никита на этой карте, я считаю, что цена не такая высокая, ребят. Правда. Мне эта карта действительно понравилась. Эта карта не одного игрового дня, здесь даже не неделя. Здесь очень много задач, и 100% мы с Никитой забыли что-то показать. Вот 100%. Соответственно, это пускай будет для вас сюрпризом или еще как-то, друзья. Всем хорошего настроения. Никите спасибо. Ага. Никите спасибо за две такие интересные карты. Вот российские просторы, да, получается, меня просто действительно удивило. Берегите свое здоровье, друзья. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Проходите по ссылочке, которую я оставлю, и узнавайте подробности по этой карте. Всем пока. Спасибо за то, что досмотрели обзор до конца.